Привет, друзья, с вами Алекс, из Китая. Сегодня мы продолжим кататься на двухэтажном трамвае по улицам Гонконга. Стоимость проезда на таком трамвае всего 30 центов. Таким образом, это один из самых дешевых видов общественного транспорта в городе. У него более насыщенный, но ведь и разница в цене больше, чем в 100 раз. Поэтому нередко бюджетные туристы устраивают себе настоящие обзорные экскурсии. Посадка на трамвае осуществляется еще меньше, через $1 ты сможешь прокатиться. Если у вас трамвай объемного багажа или детской коляски, то вполне удобно, но с коляской зайти в трамвай будет проблематично. Выход через переднюю дверь, где и осуществляется оплата проезда. Тут стоит учесть, что сдачи автомат не дает, поэтому если у вас не Octopus Card, универсальная карта на все виды транспорта, то разменяйте монетки заранее. Туристы выбирают второй этаж, ведь в обычном трамвае можно и дома покататься. Но есть одна небольшая проблемка, лестница очень узкая и крутая, поэтому даже с ребенком на руках подниматься очень неудобно. Нередко двухэтажные трамваи Гонконга называют просто динь-динь. Дело в том, что машинист предупреждает других участников движения о своем приближении характерным сигналом, который звучит динь-динь. Кстати, изначально в трамвайном парке Гонконга были и одноэтажные трамваи, но со временем было принято решение от них отказаться. Таким образом, сейчас по старым маршрутам города ходят только двухэтажные трамваи. Мы уже говорили, что динь-динь отличный вариант для бюджетных туристов, чтобы сэкономить не только на транспорте, но и на обзорной экскурсии. Но что же может увидеть человек, если он отправится на прогулку на втором этаже знаменитого гонконгского трамвая? Я решил проверить это на себе и вечером отправился на ночную прогулку по городу. Я сел на первый попавшийся трамвай в районе Ван Чай и поехал в сторону Кеннеди Таун. Прежде всего это, конечно же, архитектура, сохранившаяся со времен британского правления на острове. А во-вторых, это многочисленные небоскребы, магазины, дома и, конечно же, люди, которые все время куда-то спешат. Здорово ехать над всей этой суетой и оглядывать окрестности. Особенно необычно выглядят встречные двухэтажные трамваи, которые довольно регулярно проходят буквально в 20-30 сантиметров от твоего окна. На полноценную экскурсию, прогулка на таком трамвае, конечно же, не очень тянет, но если хочется отдохнуть после тяжелого, насыщенного дня, то это отличный способ расслабиться. Thank you.